Хватит страдать фигней. Нужно построить зиккурат. Работать. Склоняюсь перед вашей волей. Не съебешься. Ты какого хера творишь, а? Какие идиоты ставят забор на балконе? Те, кто боятся незаконного проникновения? Тогда на свою очко еще забор поставь. Хочешь выпить с красивой девушкой? А, вы называете себя красивой в 28? Я была готова к боли, но не настолько! Тут как бы... Наш товарищ мертвый лежит, это нормально? Нет, я понимаю, что он умер, но хотя бы похоронить или сжечь можно было, разве нет? Уже в подростковый период мне нравилось вечером приходить на кладбище и пугать людей. Ну чё, козлы, запаслись вазелином! Пупк заебал. Так, это вообще в пизду. Нет, что-то не то. Ты чё там? Сидишь и дрочишь, что ли? Hi, do you want a gift? Nice to meet you. I'm an old friend of... Nice. Oh my god! What the fuck is that? What? Когда мы впервые встретились, вы спасли меня. Однако все твои товарищи умерли. Да мне похуй! Господин Мангал, вы нас вызывали? А, в принципе, да, но сейчас не об этом. Можете девчонку убрать, пожалуйста? Ситуация страшная, пиздос. It's fucking nothing. You see that? Well, you can't. You know why? 'Cause it's nothing! Я рада, что ты научил меня новому. Тина! Я звоню в полицию! На этом доме лежит немецкое проклятие. Тут поди и святая вода не поможет, блин. Огр! Чё ты вышел, блядь, один? Да хуя крутой, блядь. Спускайся с коня, набей ему ебало. Ты милая и хорошая. И даже доска выпуклее тебя. Вы не уважаете меня, потому что у меня нет груди? Выбора нет. Смерть очистит этот мир. Люди, да тут в чем виноваты? Почему ты убегаешь от меня? Так ты меня заебала постоянно тыкать своим мечом. Может, ты отъебешься наконец, а? Нет, я не отъебусь от тебя. Потому что он сам пиздатый, он, блядь, делает всю домашку нахуй за вас, понятно? Ну, я же сдал вам домашку вчера. Я ее обоссал, так, ты выходи нахуй. Хочешь чего-то добиться? Ебашь Кайло! Ебашь Кайло! Анж, у тебя прекрасные светлые волосы. И что с того? Там внизу они и такие же? Сдохни, озабоченный! Мы правда думаем, что трапы не геи? Готов к самому эпичному поединку, которого ждали весь... Ой-ой-ой, какой сильный ветер, ни хера не услышал. Какой-то Айн Солгон говорит, чтобы мы съебались в ужасе из королевства, так как все эти земли теперь его. Чего? Какой самогон? Шли его нахуй. Видимо, он предвидел.
Чё пришел-то? Я на пацана походу не зелье вылил, а боярышник. Так ведь боярышник не фиолетовый. Да? Бля, значит не боярышник. Охайо! Пика! Чё, наниш поте... Пройдите на диване. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный в рот! Ну чё?